За очередные медали и грамоты в Сочи борются 209 спортсменок из 37 городов России. Такого, отмечают организаторы, на Черноморской чайке еще не было. Приехали гимнастки даже из Владивостока и Калининграда. Впервые на сочинском ковре свои достижения продемонстрируют и представительницы Евпатории и Донецка. 142 кандидата в мастера спорта, мастеров спорта. 142 человека. То есть это после Кубка России, проводимом в Пензе, все абсолютно сливки, будем так говорить, съехали сюда. Дети приезжают сюда, чтобы и посоревноваться, выполнить спортивные нормативы и получить наслаждение от нашего шикарнейшего города. Свои спортивные достижения демонстрируют и подающие надежды сочинки. Некоторые намерены связать свою жизнь со спортивной гимнастикой. Просто мне понравилось, хоть тут и больно тянут, но все равно понравилось. Я хочу еще научиться на брусьях обороты делать. Вообще я мечтаю попасть на Олимпиаду. Спортсменки на сочинских соревнованиях повысят свои разряды, а еще получат памятные призы и даже денежное вознаграждение.